Это уже пятая за 2018 год встреча главы города со старшеклассниками. Геннадий Панин отмечает, что каждый урок не похож на предыдущий. Везде ученики ставят все новые и новые задачи и удивляют необычными вопросами. Этот раз не стал исключением. По поводу чемпионата мира. Вот, собирается у нас в Орехово проводить какие-либо мероприятия, там, по трансляции хотя бы матча сборной России где-нибудь в парках или на той же самой площади. Ну, а вы считаете это актуальным, это было бы интересно? Ну, я бы лично пришел. Спасибо вам, Павел, за предложение. Если технически это будет возможно, давайте подумаем. Завершая ответ, глава города отметил, что идея интересная. Сейчас возможным вариантом проведения предложенного мероприятия видится городской парк. Так или иначе, эту тему необходимо обсудить с его директором. Также Геннадий Панин дополнил, что к дате дня рождения футбола, утвержденной законом Московской области 19 мая, готовится мероприятие. Основной площадкой, скорее всего, будет стадион «Торпеда», на котором мы провели в прошлом году ремонт, поменяли футбольное поле, там еще добавили инфраструктуру спортивную, в том числе хоккейную коробочку, которая сейчас функционирует. Знамя труда местом для проведения праздника не станет. Скорее всего, к этому времени спортивный объект уйдет на реконструкцию. Вопросы здравоохранения также интересовали старшеклассников. Несмотря на нововведение, сталкиваться с очередью в поликлинике все так же приходится, отметил один из учащихся. Глава подтвердил, что нехватка специалистов в городе существует. Сейчас особенно стоит вопрос с терапевтами. В области педиатрии проблему отчасти решить удалось. Специалистов привлекают из соседних регионов. Кроме того, им дается денежная компенсация за найм жилья. Облик города не менее беспокоил лицеистов. Среди вопросов – судьба аквилона. Представители собственников приходят с разными проектами, где все время говорят, что вот мы его хотим снести, построить новое здание, суперсовременное и так далее. Но вот даже уже вам сейчас тратить время не буду что-то рассказывать, потому что они каждый раз приходят с новыми проектами, но кроме поговорить, дальше дело не двигалось. Завершая урок, глава города поблагодарил учеников за интересную беседу и пожелал выпускникам успешной сдачи предстоящих экзаменов.